어디 가요? 안녕하세요, 소피아예요. 오늘은 11월 1일 1년에 하나뿐인 제 생일이에요. 그래서 엄마하고 같이 동생하고 같이 모태고양이 왔는데요. 한번 구경하고 한번 주연을 해볼까요? 짜잔. вот такие магазины в Корее очень любят дети. И такие магазины здесь на каждом углу. Хорошо. Ну, ценили они же, наверное. Он не ценили. Они, кыге, тебе его дать. Крис? Я хочу. Что Пикачу опять? Не хочу я твою Пикачу. Ангелина. Целая коллекция Пикачу у тебя. Чучело. Это. Пульсы? Пульсы? Пороро? Арасо, пороро, зачки. Сейчас в Корее модно вот так разные гвоздики втыкать в уши. Видите, они даже в комплекте идут разные. Вот дети корейские маленькие любят вот такое. Ангелина присмотрела себе корону уже. С котой. Ой, какая красивая! Всякие брелки. Симпатичные. Классные. Милые. Эти красивые. Косметички. 11 тысяч вон. Это примерно $9 стоит вот такая косметичка. Мне очень нравится. Красивая. Ну, для молодежи, конечно, не для меня. Я уже старовата, но такой. Что? Вот, у тебя есть она. О, очень деньги. Okay. Мы пришли в Дайсо. София, мы зачем в Дайсо пришли опять? Пеппера? О, чего мы с вами пеппера дойди? Скоро в Корее будет Пеппера Дэй. Это такой праздник, когда влюбленные и не только дарят друг другу вот такие палочки. Шоколадные, Пеппера называются. Этими штуками нужно рисовать вот это в шоколаде. Потом вот так вот всякими присыпками украшать. Здоровская идея такая. Нам даже гуиры в сего. Саранхан на гуиры. Чао, здравствуйте. В переводе с корейского да и со переводится как есть все. И действительно, в этих магазинах все есть. Всякая вот такая мелочневка. Обычно сюда приходишь, если зачем-то, то уходишь целыми пакетами всякой ненужной фигни. Здесь есть все. Если будете в Корее, заходите в этот магазин. Теперь мы пришли в еще один рай косметический, Олипьянг называется. Здесь уже все-все, чем можно побаловать свою мордочку. Всевозможные маски. Так, где моя любимая маска? А, вот она, ура. Вот это моя любимая масочка. Вот эта маска, она такая силиконовая, как гелевая такая. Самая-самая крутая маска из всех, что я пробовала. А перепробовала я все маски в Корее, конечно же. А, мне надо гель для душа. С клубничкой взять, что ли? А, я вот не люблю, когда нету такой помпы, вот такой. Обязательно должна быть вот такая помпа, которую просто вот так удобно нажимать. А вот когда нужно наливать, это просто засада. Я не понимаю, кто выпускает вот такие бутылки без вот такой помпы. Всех вас в сад, таких производителей. Также здесь всякие полезные напиточки продаются и всякие полезные закусочки. А, свежий сок, экстракт такой. Видите? Все, что полезно для фигуры, для кожи, для здоровья, все здесь есть. А что? Ух ты, матрешку вижу. Смотрите. Матрешка. Мама написано. Лимонад. Органик лимонад. Мама. Чье производство интересно? Германия. Германия произвела матрешку под названием Мама. Прочуля-расо. Мы пришли в свой любимый ресторан. Так, Скайби. Я на свой день рождения попросила это блюдо, так как она его очень любит. Садик уходила чистая, а из садика пришла грязная. Что это такое? Вот почему мы любим ходить в корейские рестораны. Если мы идем в корейские рестораны, и там есть вот так столики со стульями, и есть на полу вот так вот сидеть в корейском стиле. Мы всегда выберем там, где сидеть на полу. Потому что с детьми нет ничего более удобного, чем вот так сидеть на полу. Они могут и поиграть, и поспать, и все что угодно.
바닥에 앉는 게 좋지. 지구 지구. 아, 근데 이제 할배 없으면 어떻게 살아? 그러게. 다른 나라 사람들 어떻게 살아? 다른 나라 무슨 것 들으면 한국 음식이 너무 맛있어. 나도 맛있어. 진짜 맛있어. 진짜. 그냥.